В бухте промежуточное морское судно село на мель. Жизни экипажа корабля ничего не угрожает. В программу «Автопатруль» обратились бдительные граждане, проживающие в районе Золотвала. Они сообщили, что около 8 утра в бухту промежуточное зашло морское судно и село на мель. Съемочная группа спешит на место ЧП. По прибытии мы видим большой морской танкер с российским флагом. Морское судно стоит далеко от берега, паники на корабле нет. Пока неизвестно, сколько членов экипажа, есть ли угроза жизни, как выясняется, в эту морскую воду зашел танкер «Борис Бутома», корабль Тихоокеанского флота России. По словам охранника нефтебазы, расположенной неподалеку в районе бухты Промежуточная, это судно вовсе не село на мель. Здесь корабль заправляется топливом. Не только этот, но и другие танкеры.